Табаляков приглашают поучаствовать в проекте всей семьей. Раз в неделю участники получат несложные задания. Их нужно выполнять дружно родителям с детьми. Например, сходить в музей, заняться спортом или приготовить ужин. И затем выкладывать фотографии с хэштегом названия проекта. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте всейсемьей.рф. Раз в месяц для всех будут проходить розыгрыши призов в группах проекта во ВКонтакте и Одноклассниках. Для самых активных семей организаторы подготовили в качестве призов 100 путешествий по России. Добавлю, что этот проект посвящен году семьи. Инициатором его стала общественная организация «Я помогаю детям».